Добрый вечер. А что вечером? Бывает кампари? Кампари бывает. И сейчас есть? Да, и сейчас есть. Ой, будьте любезны, два кампари со льдом, пожалуйста. А шампанского не бывает? Шампанское могу сделать. Ладно. Бесплатно. А? Бесплатно. Бесплатно? Бесплатного алкоголя могу вам сделать шампанское бесплатно. Да, мы будем очень признательны. Спасибо. Мы первый раз в вашем отеле. Ну еще на май путевка. А, да, путевка на май сюда же к вам. А мы взяли на этот май, а у нас запретили. Мы в ноябре прошлого года приобрели. Лена, смотри, какая сцена, Лена, вот на это можно смотреть вечно. Вот я там сижу целый вечер и наблюдаю. Встал иногда, сменил реквизит, исходящий реквизит. А что же ты пьешь, Валерик? Это кампари. А что ты мне... турецкого разлива. А что ты мне налил? А тебе сделали шампусик. Типа Санта-Стефана. Такой ароматический напиток газированный. Я шампанское, ты знаешь, только брюс. Все. Все, погода хорошая. Ну, это Гизлеме, это арт-объект такой. Ну, к зиме пекут, дам печет вкусно. Добрый день. На завтра кушали ваше гизлеме, очень вкусно. А с картошкой не делаете патайта? Нет? Картошка? Картошка, да, патайта. Сыр. Сыр только, сыром, да. Угу. Пора выдвигаться к бару. Время 15:12. 15:12, а мы ни разу. Это упущение. Но мы его, Леночка, с лихвой удовлетворим. Так. Вот в баре замечательные девочки работают. Мастера своего дела. Спасибо вам большое. Мы такого маленького я роста. Спасибо. Вырастешь, приедешь в следующий раз. Вот, ну пока супруга ждет картошечку. Лен, мы хотели взять айран, перепутали, взяли вино. Ну, придется пить. Вот здесь мы возьмем картошечки. Здесь вот и айранчик. Салатики. Ой, будьте любезны, зеленушки вот в зелени. Ага. И вот это. Ага. Вот так. Да, руколу обожаю. Так, огурчика два. Всего спасибо. Ой, мне картошечку, пожалуйста. Побольше на двоих нам. Ага. Хорошо, спасибо большое. Угу. Вот взял себе зеленушки. Картошечки нам. Мне, конечно, здесь здорово. Народ. Вроде он и есть. И все очень быстро, все очень-очень быстро обслуживаю. Так, как я уже говорил, много мест для посидеть, для посиделок и для полежалок. Как ты здесь себя чувствуешь-то? Ой, я тут очень как хорошо. Дома, ты смотри. Ой. Ну, прям типа Таиланда. О, и
еще и джин такой. А, джин хороший. Вот когда со льдом просишь, наливают хороший. Когда просишь без льда, наливают разбавленный. Видимо, чтобы не сливали. Вот так вот мы отдыхаем. Наш тенистый уголок, чтобы никто не уволок. Здесь здорово, здесь замечательно. Спасибо вам большое. Так, говорят, что здесь еще и индюшки водятся. Вот, Валера, так. Как же хорошо. Вот так сидишь, и пьешь, никого не трогаешь. Ой. И тут на тебе. Нашел? Красавцы. Цесарки были, теперь индюшечки. Или индейки, как правильно. Ну, вы из Северной Америки вообще родом. Там дикая индейка, блин, говорят, достигает до 30 килограмм. Как наши бройлерные. Не наши, а израильские бройлерные белые. 32 килограмма самцы весят. Красавцы. А мы держали разных. И бройлерных, и таких. Фламинго. А фламинго, иди ты покормил, как мне схватил за руку. Ой, так здорово схватил, прям синие пальцы были. Он мне просил покормить эту. Вот не эту. Покормить, погладить. Погладить, вот эту вот. Ну, пока он перед ней водит трубочкой. Иди, говорит, погладить. Я, знаешь, так... Заклинатель, змей. Он говорит, а что это я так? Я, говорит, тебя снимаю. Я говорю, знаешь, дорогой. Она от первый раз отказалась. На крокодиле сидела, на тигре, на страусе каталась. Правда, когда она уже села на страуса, а один подскочил и сказал, что до 75 килограмм страус знаете, больше нельзя. Спину протопить, но она уже села. Деньги вернули. Нам деньги вернули, но я все равно деньги им обратно отдал, потому что видео и фото снял. Да, здесь природы на ты. На ты, на ты, на ты. Но, народ, имейте в виду, благодаря вот этой красоте, что здесь живность везде бегает, здесь очень много мелких мушек, которые садятся на ноги и кусают очень больно. Имейте в виду. В отеле дают воду в таких маленьких бутылочках. Пузатые бутылочки «Сирма». Вода очень вкусная. А вода вот эта Сака, честно говоря, немножко оправдывает свое название. Вот такую воду я имел в виду. Сирма. Сирма. Очень вкусная вода. Вот это хорошая. Сегодня с 4 до 5 мороженое. А не хочешь ждать, хоть сейчас, пожалуйста, $1. Первый раз вижу, чтобы за Гизлеме была очередь. Обычно здесь ни души. Сыр. Это сыр. Кофейная чашечка из двух покрышечек. Как же мы любим шастать. Ну, не лежится нам. Ну, за 7 дней вот мы на лежаках, ну, больше 40 минут вряд ли вылежим. Это за 7 дней. Не, ну, посидеть мы можем, конечно. Попить, закусить. Тем более есть где. Есть разные уголочки. Вот мы здесь 4 дня. Еще ни разу наш это а-ля карта ресторан не работал. Так, сок здесь стоит $1. А вот кофе по-турецки $2. Ну, Айран, здесь не газированные автоматы, здесь закрыли. Раньше в автоматах был газированный. Охлажденный Айран. Сейчас он довольно-таки теплый, но все равно вкусный. Картошка здесь вообще замечательная. И девочки, которые обслуживают, тоже замечательные. Гамбургеры, помидорчики, майонез,
кетчуп, огурчики, лучок, маринованные помидорчики, перчик маринованный, остренький такой. Это, я не знаю, сыр, лимон, рукола и петрушка. Как я уже говорил, девочки в баре прекрасно обслуживают, быстро. Что здесь есть? Есть ликеры. Ликеры клубничные, апельсиновые, персиковые. Есть кампари, вермут, бьянка, ну, типа мартини. Вот. Ром, соответственно. Текила, водка, джин. Это все есть. И вина. Вина красные, белые, в холодильнике вот стоят. Соки пакетированные. И вот пакет, баночки, которые наверху вы видите, это за отдельную плату. Они не входят в all-inclusive. Пиво неплохое, очень даже неплохое, рекомендую. Ну и в этот раз я пиво не пью здесь, а так я вообще любитель пива. Сейчас я пью красное вино. Вот здесь замечательно, солнце. А там постоянно в горах. Вот сегодня с утра вот такая вот облачность. Темно, страшно, кажется. Вот сейчас дождь, сейчас гроза. Нет. Будем танцевать с вами, приходите. Мы будем танцевать тогда. А у нас свои тут танцы. Свой стол. Свое море. Свои танцы. Все.